всем здрасть. Ты когда мне уши перестанешь насиловать? Знаешь, когда? Никогда. Пошел нахуй, пидор грязный, тварь. Петушара. Хорошая музыка, только что-то кровь идет. Сколько вам ударов по лицу взвесить? Заверните с собой штуки 5. Я, короче, как-то раз у деда с бабушкой был в деревне. Чё, приятно, да? Чё, вспомнилось кое-что? То, что я еврей, это не значит, что я люблю печь. Сомнительно, но окей. Я веселый таракан, я бегу. Я веселый таракан, я бегу. А, интересная история. У меня, короче, был знакомый панк. У него кликуха как раз была таракан. Потому что он был рыжим, и он по помойкам лазил часто. Очень, наверное, интересный человек. Питерас. Иду на вынос 5 маячков. 5 мальчиков? Что? 5 мальчиков на вывоз? 5 маячков, блядь, долбоёб, блядь. Ну почему маячков? Мальчики были бы интереснее. Ура! Я пидорас! Хе-хей! Радостная новость. Как-то раз я, короче, собирался в школу. Было, ну, пипец как. Нежелание идти в школу. Я нашел у себя в кармане 100 рублей, я такой думал, о, точно. И первое, что я на эти 100 рублей купил, это был Ментос и Кока-Кола. Я тупо выпил Кока-Колу, потом захавал Ментос. Не прошло и полчаса, как я сидел в школьном точке и срал прям до посинения. Ну, причем это радостная история, потому что я после этого не учился долгое время. Что-то, Ярик, испугался? Да, что-то там жопу прострелили пару сотен раз. Перестрелки с террористами, получила пулю в жопу, и мне жутко там больно! Ладно, злая история. Я вернулся, короче, со школы домой. И вот, ну, настроение вроде нормальное было, но при этом всем, ну, вообще ничего не хотелось делать дома. А в это время мама еще дома была, и, короче, там так сложилось, то, что у меня вот один... В школе чуть ли к директору не отвели. Иди туда. Дневник у меня там мама проверила, там миллиарды, просто двоек. И она была убить меня готова. Так еще и там у меня телефон сломался. Просто самый ужасный день в моей жизни был. Только неудач. И причем я за этот день по одному уроку английского получил сразу 5 двоек. Потому что нет домашки, контроль не написал, на уроке не отвечал. Ты в прошлый раз на собак дрочил. Сейчас ты дрочишь на мужиков, да? Меня гранатой кинул в забор. Тихо. Я советую, лучше отойди. Я взорвался. Ты долбоёб? Кстати, обращение к людям в комментариях. Зачем вы пытаетесь сделать какие-то ссоры с нами? Мы просто снимаем ролик. Без такой ладно, идеи. Да ладно, похуй, Ярик. Я, блядь, люблю эту ссору. Но мне это не нравится, то что мы сняли ролик, и там парень чуть не... срался от того, что мы играли за бандитов, и то, что наш геймплей был таким веселым. Типа, если у него геймплей за бандита был не веселый, то зачем пытаться нас поставить к этой строке от того, что типа бандит это не весело, сталкер это весело. Ну, скажу так, сейчас как-то у нас проблема в том, что мы за сталкеров уже отхуярили довольно дохуя. Я не играл за сталкера еще. Ну ладно, ты не играл, я играл за сталкеров, я играл довольно дохуя. У меня куча прошлых роликов, где как раз таки я и играл за сталкеров. Тихо, я на запретную зону забежал. Куда в Тарков зашел. Блять, нет, я умер. Сука, дебил, бля. Мне интересно,
Вот какая тут прям вообще вся фауна в сталкере? Ну, тебе что сказать? Тушканчики, крысы, кровососы, снорки, кабаны, плоти. То есть это самое жирное и больше подходит для обычного... Псевдогиганта, я помню, видел. Что для этого больше всего подходит? Для холодца. Плоть. Наконец-то нормальная, блядь, еда! Отлично! Иди по своему заданию, я сейчас по своему. И... Отложение АК. Да, возьми с собой АК, заряди его О, песням косых подняли ранг, теперь работяга. Ладно, за работу! Если вы хотели выйти подышать свежим воздухом, меняйте планы. Скоро будет выброс. Сам выброс. Да я понял. Ты всю сюжетку на сталкере прошел? Не. Тогда, понимаешь, сюжет сталкера там еще переписывали по ходу дела. Типа, вот смотри, видишь, то, как ты видишь, сталкер тогда выглядел вообще по-другому, когда я играл. Типа, допустим, сталкеры были в деревне новичков, а бандиты были на АТП. Ну, то есть все как по канонам сталкера. Это было на тот момент. После, там еще была кишка зоны. Такая, знаешь, уебищная локация. Кишка? Да, так называется, кишка зона, уебищная локация. Было очень по-другому все. И поверь мне, сейчас баланс хоть какой-то стал плюс-минус. Потому что до этого баланса вообще не пахло. Сколько метров? 255! Я что, за границу зоны пиздую? Благодарим тебя за то, что... Блять, мне обратно бежать. Игорь. Я занят. У меня к тебе есть предложение. Игорь, я чуть в это... В батут не встал. Блять, мне опять возвращаться обратно. Где ты, блять? Ярик, я только пришел. Только сдохни мне. Блять, меня сейчас по мне уже стреляют. Я тебе, блять. Меня тут двое. Так двое встал. Опа, все. Ты сдох? Я спас тебя, заебал. Патрон, аптечка сейчас нужна. У меня есть аптечки. Две. Понятно. Где? Где враг? А, вон с той стороны. Блять, стреляй в него! Я перезаряд. У меня патрон нет. Такой же ты беспомощный, это пизда. Дай патроны. Я из-за тебя сейчас сам сдох. Блять, как эти патроны там? Ты видишь, в какой мы ситуации находимся? У меня времени нету на это. Блять! Чё ж ты не кастал? У меня все, у меня три патрона. Блять, Ярик, я тебя ненавижу. Гнида ты. Ты охуел? То есть мы сюда все это время бежали ради нихуя? Да. Ну и сучара. Так, да, где? С кем? Меня все заебало, ёпты. Подождите, то что я решил подумать о своем благополучии. Извинись перед рыцарем! Я сейчас зову Тауда, хуя патрона. Просто в крысу челику в голову выстрелил. Ладно. А то ты прямо это... О, нет! Отключиться. Это не работает так. Игорь, ты мудила. Ты сдох? Ты мудила. Ой, паскуда, гнида. Ненавижу тебя. У меня сейчас адреналин хуярит, я вообще не слышу, потому что я тут дерусь с чуваком, у которого охуенная броня. Не знаю, как я прошел собирать свою. Помогай нам! У нас тут, блядь, перестрелка.
У меня для тебя патронов уже нет. Просто. Есть! Ебать! Ярик, помогай быстрее! Ярик, помогай! У меня патронов... У меня... Я на уталк, пизда просто. Мне нужна срочно помощь. Прям с срочником. Я иду. Прям вопрос жизни и патронов. Я помню... Я вот я сейчас сейчас буду ностальгировать по Маучи. Я когда впервые записывал StarCraft, я вроде был... не, у меня тогда не было уже GTS 450. Или она была? У меня была либо GTS 450, либо GTX 660. Одно из двух, я уже честно не помню. Вот. И вот там у меня, ну знаешь, типа на минималках, низких прям был. Или, да, где-то был на минималках, либо на низких просто. И там оно и подлагивало, и крашилось. Короче, было много этого. Видосы были лагучие. Дай мне зайти сюда хотя бы, за мной. Краски там по пути. Слушай, мне интересно, а ты когда побреешься, а? В смысле, я часто бреюсь. Но на видосах я почему-то, знаешь, я видосы смотрю, но я особо на твою вебку не вникаю. Но каждый раз я почему-то... Когда происходит твое лицо. Ну смотри, я скажу как честно, я полностью никогда не бреюсь. Прям полностью. Никогда. А, так, ты нам Копатычу, да? Где Копатыч? Да. А ебать, а что он так далеко? Он на другом конце свалки, нас же по дороге ёбнут. Погоди, а тут есть, рядом есть задание место встречи, ты это выполнил, да? Да. А, ну давай, пошли тогда за мной, я тоже выполню. Хули. Нартаса Решаву. Это кто? И как долго его ждать? О, появился Решава. Так, я с ним базарю, мне вообще, типа, пофиг на диалоги. Найти и обыскать тайник. Все, я уже, это... А тайник где? Тайник там, да? Ты тайник тоже нашел уже, да? Угу. Пошли. Опа. Что за труп? Это Решава. Понял. Обыскать тело Решавы. Понял, обыскал. Все, 10 кусков получил. Все, да, типа, все задание? Угу. О! А это что за интересный пихолечек? О, все, нашел. О, подожди, где? О, так тут база целая. Да. А, так ты на базе. А мы тут будем сохраняться, мне интересно. Ладно, что ж, на этом будем с вами заканчивать. Это была очередная серия по Сталкрафту. Прошлая серия вам пиздец как зашла, поэтому мы решили ковать железо, пока горячо. Да? Конечно, да. Ты настолько меня заковал, потому что у меня аж башка до сих пор болит. Екелька. За столом сидели мужики и ели. Мясом конюх угощал своих гостей. Все разваливали ужин, и хозяин весел был, а жене своей все время говорил. Вау! Ели мясо мужики, пивом запивали.